Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. Пришла вторая половина лета, и на огороде начали освобождаться некоторые грядки после уборки той или иной огородной культуры. Мы убрали уже озимый лук, мы уже убрали озимый чеснок, кто-то еще что-то убрал. Можно, конечно же, освободившиеся участки засеять просто сидиратами. Это будет очень полезное дело. Это обновление земли. Мы некоторые грядки именно сидиратами и занимаем. Но вашему вниманию сегодня хочу предложить такую идею, которую я подсмотрел в прошлом году, побывав на фермерских полях. Вот короткий фрагмент. Выращивается на полях рядом с поздней капустой капуста ранняя. Да-да, именно ранняя капуста фермерами выращивается в осеннее время. Вот сейчас то, что вы видите, это 1 октября. То есть в чем смысл? Смысл в том, что выращивание именно ранней капусты в раннее весеннее время, как мы все привыкли, а ведь все именно раннюю капусту выращивают ранней весной. Так вот, оно сопряжено с некоторыми трудностями. Рассаду выращиваем, подтапливать надо, чтобы раннюю капусту получить пораньше. Подсвечивать в некоторых случаях, подсвечивает. Потом высаживает, накрывает дуги, чтобы она не померзла под заморозками. Во второй половине лета такого делать не нужно. Просто нужно посеять и просто высадить. Дальше она вырастет уже самостоятельно. Смысл в том, что в осеннее время ранняя капуста реализуется по более высокой цене. Это если у кого-то вот освобождается целый огород, допустим, выкопали раннюю картошку, и чтобы не пустовал огород, можно засадить ранней капустой. Это можно сделать, предположим, в августе месяце, провести посев. Мы уже посеяли 10 семян, нам, в принципе, на небольшую грядку этого хватит для двоих человек, чтобы полакомиться свежей зеленью. Но если вы хотите в коммерческих целях, весь огород можно засадить именно ранней капустой. По срокам немножко скажу. Смотрите, после посева до хорошо развитой рассады пройдет 15-20 дней. Она достаточно быстро развивается в летнее время, поэтому рассада за 15 дней будет готова. После высадки готовой рассады на грядку в летнее время кочан весом килограмм, килограмм 200, вы сорвете через 45-50 дней. Вот можете, исходя из этого, уже самостоятельно рассчитать, когда вам будет удобно посеять. То есть в среднем пройдет от посева до уборки 60 дней. Если посеять, предположим, 1 августа, то можно собрать урожай 1 октября. Я считаю, что при такой высокой цене на раннюю капусту, а она гораздо выше, чем цена в то же время на позднюю капусту, потому что всем хочется купить вот эту именно нежную зелень в позднее, такое летнее, осеннее время. Поэтому, друзья, попробуйте. В посеве капусты ничего сложного нет. Мы сеем в кассету. Наполнил я ее классманом, заглубление на 0,5-0,7 сантиметра. Потом все это заделываем, закапываем, хорошенечко проводим полив и накрываем прозрачной пленкой полиэтиленовой. И обязательно ставим вот это укрытые наши посевы, ставим в какое-нибудь теневое место. Мы поставили под навес на террасе. Нельзя ни в коем случае ставить под прямые солнечные лучи, чтобы посеянные семена не запарились в кассете. Мы уже на данный момент получили всходы некоторых. Видите, вот раз, два, ну пока три взошло. Взойдут и остальные немножечко, задерживаются. Мы посеяли пару дней назад. Летом все растет очень быстро. Хлопот, в принципе, никаких. Просто сейчас наблюдаем, чтобы ничего не пересохло. Критически нельзя сейчас допускать пересыхание. Можно высадить сразу с кассеты, чтобы не пересаживать стакан. Сразу в кассеты, ничего страшного нет. Когда будем высаживать, я покажу, как мы это будем делать, что в почву внесем, какая почва должна быть. Так что, если есть у вас освободившиеся какие-то участки, хотите либо для себя вырастить хотя бы немножечко ранней капусты, либо поправить материальное положение, пожалуйста, присоединяйтесь, и я уверен, вам понравится. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.